И снова радостные новости от международных авиалиний Украины. С 1 октября пассажирам эконом-класса придется платить за распечатку посадочных талонов в аэропорту. Такая норма будет действовать для внутренних и международных рейсов средней дальности. Об этом говорится в обновленных правилах авиакомпании. В качестве эксперимента с 1 июля правила уже действуют на рейсах Киев-Рига и Рига-Киев. Размер сбора 20 долларов при вылете из Украины и 20 евро при посадке в Риге.